Вот то, что сейчас скажу, имеет очень большое значение для меня. Великий Авиценна говорил: нас трое. Ты, я и болезнь. Какую сторону ты возьмешь, то сторона победит. Берем 10 тысяч человек, которые в жизни чего-то достигли. И берем 10 тысяч человек, которые за что бы ни взялись, у них идет провал за провалом. И теперь у этих успешных людей что находится? И такой, какой-то черты характера, которая не встречается у тех, у которых в жизни ничего не получается. Вот это есть определяющий уровень успеха, определяющий уровень достижений в жизни. Потом этого мы им обучаем. Невероятным образом чудо только в сказках бывает. Мы наука, наша организация – это институт. Обучение – быть здоровым, быть сильным, быть уверенным и быть добрым отношением к самому себе. Нарбеков не любит шоу. А если это действительно людям принесет пользу, кто-то, допустим, прочитав о его наставниках, загорится, зажжется найти себе такого наставника, кто-то станет изменять свою жизнь за счет этого. Я не гуру, Боже спаси. Я обычный специалист, как все, со всеми недостатками и достоинствами. Я считаю, что система Нарбекова, система института для всех людей. Слабые люди тоже приходят, они становятся сильнее. Хоть чуть-чуть они начинают работать сами с собой. Обещание, зайдите к нам, выпейте таблеточку, вы будете счастливы, это всюду в мире. А все курсы заставляют тебя по чуть-чуть шевелить мозгами, если они есть, конечно, и поэтому познавать себя и становиться и счастливее, и сильнее, и здоровее, и умнее, ну, очень много. Тремя пальцами касаемся над верхней частью зубов, в зоне корня, надавливаем. У кого проблемы с зрением, сейчас наблюдайте не на движение, на создание настроения. У кого кроме зрения есть еще другие проблемы, вы тоже наблюдайте. Все мы работаем, все мы с вами сейчас искусственно создаем что? Искусственно поднимаем чего?
Кто из вас не знает, как поднять настроение? Отлично. Вдвоем, два мужика. Вы онанизм занимались? Бывал, дед. А? Бывал. Бывал, да. А вы? А? Бывал. Бывал. А кто из вас не занимался? Поднимите руки, пожалуйста. Что вы смеетесь? А, вы обрадовались, что здесь коллеги. Ну что, уважаемые онанисты, вы настроение берете в руки, вспоминаете, как поднимали настроение. Вспомнили, да? Я снимаю маску. Система ускоренного обучения подразумевает каждые 5 минут искусственно менять ваше настроение. Типа. А, например. Как у вас головушки сейчас? Чистые, да? Потом возникла мысль, ну и дурак. Я добился нужного мысли и нужного настроения. Отлично. Пожалуйста, подойдите. Сейчас мы еще повторно сделаем, но вначале... Идемте, понюхайте, пожалуйста. Вы же знаете, чего чувствую, чего нет. Засохший кофе. Только с магазина. После плесени у них такой аромат, даже слепой услышит. Поднимаем правые руки, это очень важно. Мужчины, все без исключения, открываете собственное дело. Вот здесь у нас свой клуб. Это будет, уважаемые педагоги, 5-й клуб, которого я сам буду сопровождать. Не клуб института, а клуб миллионеров. Педагогическая деятельность, чтобы для вас стала зона удовольствия. Вы согласны? Один час времени сколько у вас стоит? Бесплатно. Раз, еще. А вы бесценный. То есть ничего не стоит. Тоже. Бесценный и бесплатный, это одно и то же. Ну, цены нет. Тоже, даже копейка тоже не подходит. Вы согласны? Человеческая жизнь с этими реками, это просто жизнь одного комара. До нас люди были, разные народности жили, разных языках говорили. И после нас тоже миллионы лет в других языках, в других словах, в других расцветках, разрез глаз, они будут жить. Что меньше всего ценится? Когда есть, это здоровье и жизнь. У человека есть время и деньги, средства, что куда-то он должен тратиться. Куда он безболезненно тратит? Не думая, на еду. Второе, на удовольствие. Третье, это на разного рода источники получения, приобретения. Уважение этой стады, именуемой человеческое общество, чтобы иерархию. Он только что купил на огромную сумму какой-то источник удовольствия, а потом ему надо идти к врачу. Даже копейка, которую за труд врача надо оплатить, людям кажется очень дорого. Даже копейка, которую они должны платить за, скажем, учебу, людям кажется очень дорого. Почему так?